Мы не сигналы потеряли. Мы потеряли сами двигатели. На борту невероятно. Тише уровня. Перебои с энергией повсюду. Айзек, разберись с той дверной панелью. Кто-то торопился, собирая свои вещи. Тут должен быть кто-то из охраны. Ага, только их нет. Вообще никого. Я не регистрирую никаких переговоров. Эта консоль все еще дышит. Айзек, подключись к ней, может, что-то узнаем. Генра, постарайся запустить их. Цепь я обесточена. Не выйдет. Так найди, где есть питание! Будем работать одной командой. Быстрее поймем, что тут происходит. Айзек, разберись, как я. Система туннеля отключена, перемещаться будет непросто. Вентиляция заработала, уже хорошо. Черт, что это было? Запуск системы фильтрации активировал датчики автоматического карантина. Можете все расслабиться. Стойте, замрите. Что это? Это еще что? Тут кроме нас кто-то есть. Давай, давай! Есть! Айзек, убирайся отсюда! Двери открыты, беги! Давай! Есть! Айзек, убирайся отсюда! Двери открыты! Беги! Айзек!
аптечки для восстановления здоровья. Твари по пути сюда. Ты в порядке? Что это такое? Откуда эти твари? Кто они? Говори тише. Кто бы это ни было, они нам не рады, а половина дверей перекрыты из-за карантина. Нам нужно на мостик. Но сначала починим транспортную систему. Ты чокнутый!